Всем привет, я Спрайт. Обрезки. Алло, пацаны, всем привет. Ой, я сегодня задержался реально, потому что мне так грустно за моего крысика. Прикиньте, Сонин крысик, ну, лазит там, ну, подходит к рукам, облизывается там, Сони лежит, кайфует. А мой крысик всегда в хатке и спит. Я думаю, то, что моя крыска болеет. Вот, но я сегодня взял, она сегодня почти с моих рук покушала. То есть я ей дал, она в моих руках понюхала, но из рук не брала. И потом я положил на пол, и крыска взяла, покушала то, что у меня реально, ну, то, что я ей дал. Ну, блин, обидно, пацан, трэш, что-то за крысика. Сонин крысик чисто кайфарик, и на руки лезет и так далее, а мой крысик что-то вот так. Ну, я решил полчаса просто посидеть с крысиком, чтобы крысик мой запах запомнил. Вот, я буду по полчаса сидеть, вот, поэтому я сегодня попозже начал. И... Пацан Трей, я не понял, у Якудзы идет стрим, он говорил то, что я типа на вопросы отвечу и пойду с тобой. А в итоге, посмотрите, он там что-то... А, он закончил стрим. Он с другом сидел. А, нет, или идет. Нет, он сидит с другом каким-то играет. Сидит с другом играет, пацан Трей. Че мне, идти с Якудзой, чешо, я не понимаю. А, нет, это он уже не стримит. Это он ответы на вопросы отстримил и пошел отдыхать. Угу, я... Понятно, все ясно. А, он меня ждал? Так, я ему ВКонтакте написал. Сейчас, подождите, может быть, он сейчас ответил? Нет, он с компа онлайн, я написал ему, он не ответил. Блэд, б. Блэд, я хотел с Якудзой. Так, пацан Трей, знаете, что я заметил? Значит, фиксируйте. Мне почему-то в рекомендациях постоянно высвечиваются стримы, у которых там, смотрите, 3700, 2000, 2900. Заходим, значит, на канал. Во-первых, ну, подписчики, да, ну, нормально, может быть такое. Вот. И человек без вебки сидит, раз в 10 минут что-то говорит. Не похоже, потому что стреляли из окна здания, которое так просто, ну, туда дикие не заходят, на такой высокий этаж. И фиксаните чат. Пацаны, 3000 зрителей, фиксуйте чат. Мне кажется, какой-то новый абуз придумали, чтобы в рекомендации залезать. Смотрите, любого другого. Бравл Старс. Сидит челик. Сидит челик. Не, ну тут еще, кстати, нормально идет чат. 20 тысяч подписчиков. Каким-то образом, мне кажется, придуман абуз по вылазению в топы. Вот какого хера мне вот это рекомендуют? Он же даже типа не на моем языке говорит. У него вообще музыкальный канал. Официальный канал исполнителя. Что? Зачем мне это рекомендуют? Пацан Трей, ну у меня есть план, то что типа, ну я же сегодня планировал с Якудзой пофлексить. А, знаете, что сделать? Подготовить, потому что каждый раз я ну вот в с Якудзой мы вначале играли, да, все нормально было. А потом, ну вот последние два стрима с Якудзой, ну скучноватые пошли, реально. Так что я предлагаю немножечко подготовиться, вот, подготовить всякие места, подготовить, допустим, поршни, да, там всякие штуки. И потом, когда придет Якудза, типа сказать, вот давай я подготовился, мы будем с тобой строить, флексить и так далее. Что скажете реально? Так. А, Якудза говорил, что пойдет ОБС настраивать. Блин, ну мне бы... Слушайте, сейчас я попробую, может быть, я ему ВКонтакте позвоню, звонок совершу ВКонтакте. Сейчас. О, ему можно звонить, сейчас. Сейчас узнаем, сейчас узнаем. Алло, Якудза, привет. А ты скажи, то есть мы сегодня играем с тобой, чешо? Ты хочешь поиграть? Да. Блин, если хочешь, ну давай тогда сейчас. Давай тогда минуточку. А ты сколько угодно готовься, я тогда подготовлюсь, там, ну, ресы подготовлю, чтобы красиво сегодня было. Давай, я тебе ВК так напишу. Так, все, пацан Трей, тогда все нормально. Все чики-бомбони. Так, Родик пишет, Родик-додик, я купил проходку на хардкор и не могу зайти, в чем проблема? Ты лучший. Братуха, а как ты ее купил, если сейчас невозможно купить проходку? Подожди. На какую ты хардкор купил проходку? Дудосят, у нас сервер, вот, сайт наш дудосят, я не понимаю, ну, кто это делает? Найдите мне родителей этого ублюдка, найдите мне этого ублюдка и так далее. Я не понимаю, как ты купил, если сезон уже идет. Ну, типа, вот сейчас идет битва, как ты купил? Родик-додик, каким образом, как у тебя получилось? На когда, на какую дату, как ты это сделал? Ты вообще где это сделал? Здравствуйте. Так, смотрите, я, кстати, голову помыл. Я додосю твой сайт, пока ты мне проходку не дашь. Юра! Ошибка! Тобой была совершена ошибка, очень дурацкая. Дело в том, что те деньги, которые ты вложил в дудос, надо было бы вложить в эту проходку. И было бы, ну, получше. Ой, ну что вам рассказать, пацан-трей, ядрить, колотить? Кроме как с крысиком, у меня больше ничего особенного не происходило, если честно. Грустно только с крысиком. Но я ее перевоспитаю. Ну, блин, у меня реально теория, что она болеет. Вот, Соня уже сказала, может быть, мы ее поменяем. Ну, как я могу поменять своего ребенка, да? Ну, то есть, каким образом? Я сейчас возьму другую крысу, но она, это уже будет не та крыса, которая меня обкакала 4 раза за один день, да? Ну, это совсем уже не то будет. Вот, поэтому, ну... Я не знаю, я наоборот как-то привязываюсь к... Нормально. Фугу на пиксель батле дудосят. Сейчас расскажи про микрофон. А я еще ничего не заказал, я сегодня ночью буду заказывать. Я должен был сегодня это сделать, но я сидел с крысиком, чтобы она привыкала к моему запаху. И еще моя крыска почему-то не растет. Вот Сонина реально увеличилась в размере. Моя не увеличилась. У них мордочки одинаковые. Мне кажется, ну они 100% от одной мамки. Но почему-то Сонина растет, а моя не растет крыска, понимаете? А, и еще, знаете что? Сейчас расскажу. Сониной крыске. Я на палец, знаете, детское питание в молоке размешанное. Я беру вот так вот на палец капельку и даю, и Сонина крыска слизывает, и все, красиво. Потом я вообще начал на руку капать, и Сонина крыска мне уже по пальцам заходит и с руки жрет. Потом Сониной крыске... Далее какую-то еще там, что-то Соня выбрала какую-то вкусняшку. Сонина крыска все сожрала. Взяли мюсли, сладенькие, да? Ну, им должно уже понравиться. Я положил, разделил, ну, такой большой кусочек мюслей на 3 части. Положил. Сонина крыска сожрала все. Моя понюхала и забила хер. Потом, дальше... Соня держит крыску, вот так вот ей с руки дает. Ну, короче, моя крыса... Единственное, что сожрала вкусное за все дни, это как раз-таки вот мюсли. Я ей вот так под нос даю, она отказывается. Я положил, подождал, и она вот только с земли кушает эти мюсли. Я и то был очень рад, что моя крыска сожрала мюсли. И моя крыска очень пугливая и почему-то маленькая, она не растет. Может быть, она реально болеет. И когда я ее беру, когда, ну, это я уже вычислил, когда у нее стресс какой-то, да, она сразу начинает чихать, как тварь. Страшно. А что по микрофону у Сони? Так завтра, по-моему, мы будем его забирать. Вроде как завтра будем забирать, а что? А что по микрофону у Сони? Своди крысу к ветеринару. Быстрее вылечишь. Быстрее она станет счастливой и посрет на тебя больше. Я когда ее, понимаешь, когда я ее куда-то, ну, просто дотрагиваюсь до нее, она сразу начинает паниковать и чихать. А ты прикинь, какой для нее стресс будет съездить к ветеринару. Это супер стресс для крыски. Мне кажется, это, ну, так не подойдет реально для крысика такие дела. Если ты хватаешь неприрученную крысу всей рукой, то ты кончишь. Ей нужно время, чтобы привыкнуть. Я вот так вот ее беру. Клетки людям. Насильно приручай, ты будешь убивать ее стрессом. Может, она не болеет даже. Может, и не болеет. Я ей 2 дня дал, чтобы он... Я ее вообще не трогал 2 дня. Додик без кровати строит хуйню за 1,5 и 10 минут. Посмотри, не ссылка понял. Удалена. Не понял. Всем привет, ребят, с вами канал Ukrainian Boys, Chinya Boys и мальчик из... Бэйби Йода, Бэйби Йода. Мальчики с мусорных пакетов, точнее, мальчик с интернетов, да-да-да. Да, сегодня мальчик из интернета будет строить постройки на новогоднюю тему, потому что ролик снимается на двери Нового года. Нет! Минута, 5 минут и 10 минут у тебя сейчас будет. Так что давай, готовься, сейчас я таймер врубаю. Все, я готова. Итак, ты готов? Раз, два, три. Капец. Мне нравится, когда начало сразу ролика. Это какашка? Белая какашка? Сколько там времени, Фоса? Уже 33 секунды прошло, и ты построила снежную белую какашку. Сам ты какашка снежно-белая. Так, референс в стиле мистера Бава. Что такое референс в стиле мистера Бава? Что это за говно он построил за минуту? А, он себя заморозил? Ага, да-да-да. А, красиво. Вот. Нормально. Вот как тебе референс? Капец, вот эта постройка крутая. Внутри мистер Ольга какая-то. Уродливая мистер Ольга. Я мистер Русалка вообще-то. Ходит в дом. Это сколько у него? 5 минут здесь на постройку? А я бы что-то примерно такое же построил, кстати. 3, 2, 1. И все, стоп, время. Да-да, вот такие интересные. Не, ну нормально за 10 минут, кстати, смотрите. За 10 минут нормально. Канал. Ладно, не понял. Ладно, смотри, этот подарок, это типа елка, Новый год. Ну, это же тема постройки. Да. Красивая постройка, кстати, за 10 минут. Год я бы такой построил за 3 секунды. Донаты летят, как из пулемета. Хотел фото батлна в сторис, посмотри, ок, не проигнорь, пожалуйста, просто сердце колотит, если понрам, подпишись в сторис. Я не люблю в Инстаграме. Вот в сторис посмотри до конца. Как сторис смотреть вообще? Давайте фото батл с Кириллом, фото в ЛС. Девушки, пишите только мне. Что? И как, я не понял. Что это такое? Кто хочет фото батл в ЛС? Так, не понял. Так... Ну тут сразу видно, что, ну, как бы тут я сижу с Сониной ногой. Так. А мне стоит голосовать? Мне не нравится качество этой фотки, вот это смешная, поэтому... блядь, ясно, я не смогу выбрать. Так, вот тут вот эта фотка лучше, кстати. У меня тут какое-то тоже качество. Так, здесь... Блэд, но тут вот этот чувачок с цепурой красивый, чисто отдыхает на лавке. Блэд, я вот тут не знаю, за кого проголосовать. А ну-ка. Ого, и рекламу подсунули, ёпта. Так, Гусек сечит, а тут только одна. Так, ну, поскольку это и лицо закрыто, я сразу голосую за ту, у которой лицо открыто. Так, что у нас здесь? Ну вот это вообще какая-то непонятная растянутая фотка. Тут красиво, что сзади еще что-то. Блин, а это случайно не Ростов? Блин, а я бы хотел про голоса узнать. Ну тут ясно, вот эта фотка очень красивая. Все, ну ясно. Ясно. Так, по центре. Я еще все успею чекнуть, сейчас с Якудзой пойду реально флекс. С моим лучшим другом Якудзой. У меня каждый друг лучший друг, кстати. Алло, Якудза. Алло. А у него есть стрим сейчас?